Видно, и вот сейчас левым флангом позиционно атакуют алматинцы. Не дошел мяч до Жерара гол, но как бы там ни было, отбили. Сейчас можно завершать удар поворотом. И счет открыт в этом матче. 0-1. Алматинцы выходят вперед на 12-й минуте игры. Исаэль записывает гол на свой счет. Ну, ожидаемо, да. Алматинцы такую замутили круговерть вокруг штрафной Шацкого. Я думаю, это предсказуемо было, учитывая, что сейчас неплохие действия продемонстрировал алматинцы в атаке. И Исаэль показал свой высокий уровень игрока. Ему оставалось только дальний от Шацкого угол пробить. Чем ответит Шахтер? Становича рвется уже по левому флангу вперед. Заброс в штрафную. Отбились алматинцы. И вторым темпом не...